Всем привет, доброе утро, с вами Игорь. Пришлось звук записать чуть отдельно, потому что вышла лажа. Так вот, прошла съемка для китайского бренда. Снимал я видео, фотографом был Джин Лу, китайский суперстар. Через него прошли, в скобочках, Наоми Кэмпбелл, Шон Опри, Лагерфельд, Джеки Чан, Армани, снимает он для Lifestyle, для Vogue, ну, короче, очень крутой. Также был модель с Лондона, англичанин, тоже суперстар. Прилетел специально для съемки, на съемку, потому что заплатили много денег. И улетел вечером в Нью-Йорк. Съемка проходила в частном доме в Болл-Харбор, очень-очень шикарный дом. Снимали мы внутри дома, и также снимали мы в бассейне. Я тут думал, было жарко, и после, как мы покушали, съемка должна уже проходила под водой, я думал, вау, чуть остыну, не так будет жарко. Как я туда залез, и что-то уже у меня скрутилось в трубочку, потому что очень вода холодная была, очень. Только и успевал между каждым сетом бегать, под душ горячий греться. Но зато все прошло очень круто. Мне понравилось, были помощники, были люди, которые предоставляли технику для работы под водой. Работал с нами hair и волосы и мейкап. Это Гунар, тоже очень известная личность в этом мире. Вот так вот. Прошла вот такой вот, я вам показал небольшой день с нашей съемки, съемочного процесса в Майами. Кому интересно что-то, пишите. С вами был Игорь. Подписываемся, ставим лайки, задаем вопросы. Всем пока.